Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1472, события дня. Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». За 23 декабря 2019 года. Ну, наше обращение. Вот в деревне помочь комбайн приобрести, это не 2 рубля. Ну, может быть, Господь пошлет таких людей, кто помогут приобрести новый комбайн для фермера нашего. Хорошего христианина. Вот их семья, тут все это 4 ролика, можно посмотреть. Я буду быстро передвигать. Ну, надо тормознуть, чтобы курсором. И прочитайте, посчитайте нужным. Это люди, которые в нашем содружестве, в чате называют, между собой разговаривают, как и все здесь у нас без секретов. Здесь ссылаются, что об этом и я говорил когда-то, что нельзя это другое делать и как надо себя вести. И я написал тут им стихотворение раньше. Вернее, не написал, а опубликовал. Опубликовал. Екклесиаст 10:1. Мертвые мухи портят и делают зловонную и благовонную мазь мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. И вот дальше стихотворение. Муха есть переносчик всякой заразы. Вот прочитайте. Это было написано 9 лет назад, даже с лишним, 26 июля 2010 года, чтобы не дать повод ищущим повода. Задерживайте это, и можно будет просчитать. Тут хорошие мысли. Приводит места Писания, здесь любящее Слово Божие.
Это повторно идет. Кто-то цитирует, вот, ну, так у меня все пошло сюда. Вот так. День прошел, я один был. Володя вечером пришел в погребе, там между под домом, тут за стенкой, соединение, кошки туда-туда лазят. Он все заделал опять. Поздновато уже приехал Андрей, который у нас тут находится. Ну, я уже пораньше лег спать, а уже встать приходится во втором часу ночи. Иногда в два часа ночи. Третье идет. Третье — это уже много мне. Затопить надо, с почтой разобраться здесь в интернете. Вот так. Вот сейчас еще идет заказчика. И показать, что у нас есть. Это мой мир. Есть православный форум. Есть YouTube. Большой православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». И «Во свете Библии» — православный библейский сайт. Вот все, что здесь у нас есть. Ну, значит, все. День тут кормил воробьев да голубей, да кошек. Вот у меня забота. Воды принести, на улице колонка. Остальное время сижу за компьютером. Богу нашему слава во веки. Аминь.